Всем привет, друзья! Вы на канале Волчонок Гонры, и сегодня мы будем смотреть трейлер «Мороженщика 8». Наконец-то! Наконец-то я снял это видео, потому что, ну, честно, не было просто времени, поэтому я постоянно дату переносил. Кстати, это единственное, блин, видео, где у меня есть хотя бы... Единственный новогодний атрибут на мне. Вот, смотри, как у меня шапочка. Ни от Gucci, ни от Louis Vuitton, а из обычного магазина. Так что всем приятного просмотра. Будем смотреть трейлер. И Кипларанс еще выпустили видео с геймплеем Мороженщика 8. В этом видео мы тоже будем этот геймплей смотреть. Так что погнали. Что там еще тут обсуждать? Нечего больше. Ой, давай этот субтитры включим. Здравствуйте. Вы звоните с какого-то спокойной полиции. Что вам нужно, короче? Здравствуйте, мой сын Джей Браун пропал. Мы не видели его больше суток. Мой муж и я, короче, искали его, но нигде не могли найти. Более того, его два друга пропали тоже. Мы видели это в газете. И мы, я хз, что нам делать? Пожалуйста, мэм, сохраните спокойствие. Мы делаем, короче, мы получаем много звонков по поводу пропавших детей. Мы ищем виновника всех вот этого всего. Ну, это род, конечно. Значит, другие дети пропали тоже за последнюю неделю. Это стрёмно. Ну или не это стрёмно, это стрёмно, ну как бы, не это стрёмно, точнее, ну, это очень жутко. Вы можете сказать, что-то нам еще поможет, потому что я слышала странную мелодию, чтобы нас мороженым, короче. О, толстые такие дети, выходите оттуда. Ребята, что нам делать? Мы не можем так продолжать держать дверь. Иначе этот тупой, короче, сумасшедший мороженчик нам сюда ворвется, и нам труба. Опа. Небольшой кусочек геймплея. Но мы сегодня еще вышло Кипларанс видео, там длинно. Нифига. Там графон, кстати, топ. Там вышло... У них геймплей, короче, видосик по геймплею. Серьезно, там все это время был люк. Так, диванчик. Кстати, я не обратил внимания. Да-да-да, тут лежит лом. И откуда он взялся? Может, там... Я монашку слышу на фоне. Да-да-да. Ну, короче, я вообще не обратил внимания на лом, там все это время был. Лиз, Майк, Чарли, я нашел выход отсюда. Быстрее, идите сюда, быстрее, короче. Джей, куда ты идешь? Женщина первая там. Так-так-так. Я наконец-то нашел вас все. Ну, тупые чертовы дети, они убежали опять. Я больше не могу это терпеть. Это последний раз, как они убегают. Когда я их поймаю, я закрою их на моей фабрике. Они мне создают кучу проблем. Я больше не хочу их использовать как ингредиент для моего специального мороженого. Это уже стало лишним. Вечеринка окончена, плохие люди. Чё закрыли? Ой, там монашка, смотри, там монашка. Он монашку закрыл. Я больше не могу. Если я сделаю еще один шаг, мои ноги отвалятся, короче, вообще. Чарли, замолчи. Этот звук, который я слышал, я не знаю, что это. Кажется, я знаю, что это. Рот активировал систему охраны, и все выходы закрыты. Но, к счастью, я нашел это. И у меня есть гениальная идея. Выглядит так, как будто три, короче, генератора, и вот. И если мы, короче, выключим всех, то мы сможем свалить с этой фабрики. Еще у меня есть вот это. Кто-то из нас, короче, будет одну локацию исследовать, и, короче... Я понял, они, короче... Да замолчи! Короче, я, кажется, понял. Типа, мы будем играть за Лиз, Чарли, Майка и Джея, и
Нифига, тут Джей поменялся, смотри. Джей вообще по-другому выглядит. Джей вообще по-другому выглядит. Я на это внимание даже не обратил. Короче, мы, скорее всего, будем играть, и вместо телефона у нас будут рации, мы будем так переключаться. И монашка будет за нами бегать. Это уже 100%. Ладно, продолжаем смотреть. Майк, твоя привычка собирать всякий мусор с пола полезна очень. Давай соберем все команды и выключим эти генераторы, короче, свалим отсюда, вернемся домой. И... Да, это конец. Кстати, саундтрек топ. Да, кстати, найс саундтрек. Ладно, погнали смотреть геймплей. Вот, как я и обещал, смотрим с вами долгожданный геймплейчик. Значит, нам тут должны показать, что будет в Ice Cream 8, короче, что мы там будем делать. Окей. Продолжаем смотреть, я тут уже включил субтитры. Так. У-у-у, не терпится посмотреть. Так, это мы видели в трейлере, короче, я знаю, что это. Рот активировал. Да. Вау, так это локации. Чё? Они чинят Бориса. А чё с Мэти? Чё с Мэти вообще включил? Рот маску одевает. Кто здесь? Тут, короче, тупые толстые, как вы. Жесть, я сплющу вас своим молотком. Из пушечки стреляем. Я в офиге. Ничего себе. Ну-ка, давай еще. Мы должны с вами перевести. Я просто, у меня шок. Я даже ничего не переводил. Я тупо с таким лицом. Так, это я уже вам переводил. Да, видите, это локации. Это локации с пятого. Вот этот Чарли в маске. Что с Мэти? Что происходит? Теперь я думаю заплатите, короче, это. Тупые, толстые, как вы. Не трогайте моего малышка, иначе вот я вас расплющу своим молотком. Погнали! Эй, ты тупой, глупый, сломанный робот. Жесть на моем телеке. Бориса починили. Короче, за нами будут бегать Борис, крокодил из третьей части, что я тоже, в принципе, в офиге. Крокодил из третьей части, значит. Борис, монашка, мороженое, минироды, это жесть, это около 5 врагов, может, это конечно, жестко, жестко. Но сейчас будет интересно, и еще хочу сказать, она выйдет 15 декабря, это через 6 дней, всего лишь 6 дней осталось, ребятки, 6 дней, и мы с вами поиграем в эту игрушку. Очень ждем. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.